На паркете «Локомотива» девушки 99-2000 годов рождения. На кону титул чемпионок Приморского края по мини-футболу в зале. На него претендовали 5 девичьих команд. Хозяйки площадки под брендом «Локомотив», футболистки с краевой столицы под названием «Бригантина», «Звезда» из Чугуевки, «Струговский колосок» и «Алеут» из Большого камня. Девушки играли по круговой системе. Основная борьба за чемпионство вновь разыгралась между ближайшими соседями, футболистками Уссурийска и Владивостока. Обе команды шли без единого поражения. И личная встреча составов должна была определить лидера приморского первенства. В упорной борьбе ни одна из команд не доводила свои атаки до логического завершения. Но гостям из краевой столицы все же удалось распечатать ворота хозяек. Со счетом 1-0 морячки ушли вперед, став чемпионками Приморского края. Девушки «Локомотива» следом за ними серебряными наградами. Тройку лидеров замкнули футболистки «Алеута» из Большого камня.